Елзабе. В резерве у Саксона Дмитрий Иванчев 12-й, 7-й Фабрис Конун, 17-й Андрей Топчу, 20-й Гафур Булбердыев, 21-й Никита Хорозов, 30-й Филипп Фафан и 34-й номер, с 8-м номером выступает Крис Тижал. В резерве у дачи Дмитрий Челядник, 1-й, 3-й Сандро Матиеску, 15-й Денис Ильеску. Смотрим за этой атакой. Развивается на левом фланге Владимир Заставный. Передача на, снова на Георгия Сармова. Обрабатывает себе мяч Георгий Сармов. Ну, с ударом не очень хорошо получается. По крайней мере, скажем так, сравнительный анализ, потому что минут 5 назад, конечно, удар у него получился куда гораздо лучше. Пащенко, передача на Александра Каблаша. Выход один на один. Но не получилось. Украинскую борьбу играют на тоненького футболиста Кишиневской дачи. Ох, вонзился, воткнулся. Не знаю, как это можно... Не знаю, была ли там прям прямая нога. Но то, что это был достаточно жестко. Кишинев, дачи, Кишинев! Кишинев, дачи! Здорово играет Мудрак. Знаете, немного хаотичная такая игра. Дача действительно начала гораздо лучше. Снова неточная передача. И снова налево на Александра Бижана. Нужно отдать точную передачу. Отдает, но там здорово также играет и Андрей Клебаба, который фиксирует. Плохую технику демонстрирует Исмаила Сорро там в середине поля. Но это, собственно, до поры до времени. Выход один на один. Нет, важной не игры оказался Александр Каблаш. Придумали они не очень хорошо то, что хотели. Сармов на Владимира Заставного. Владимир Заставный. Удар Заставного. И еще один момент. Ворот Андрея Калибаба. И что-то положение не игра. Совершенно очевидно, совершенно понятно. Самые высокие футболисты идут туда. Еще один момент. Удар по воротам спасает Андрей Калибаба. Как он очень редко идет в атаку, если вы заметили. А был Гафар Мамах. Вообще, за время выступления в молодом чемпионате. Хорошая передача. Так, продолжается удар по воротам. Сбивает мяч Дориан Рейлян. Дальше что? Еще один удар. И снова здорово играет Дориан Рейлян. Сбивает мяч. Такой придумал не очень хороший, не очень интересный. И, в принципе, не перспективный. Александр Бижан, Владимир Заставный. Куда назад на Кристи Жалобы. Первым же касанием Кристи Жалобы ушел в защитник. Туда налево на Александра Бижана. Пас на Каблаша. Удар по воротам. Такая красивая комбинация сейчас была, тонкая комбинация, но все это завершилось момент. Еще один гол забивает дача Виктор Мудрак. Это его первый гол в официальных матчах. Ну что ж, 2-0 дача выигрывает сейчас. Отлично. Александр Пащенко, и можно давать налево на Владимира Заставного. Мяч до него доходит, и еще один пас головой. Вот. Добрался Роганов с мячом, и штрафной сейчас в пользу Саксона. Наверное, 16-4 метра, 20. Удар по воротам, здорово там выпрыгнул с цепи, не знаю. Виктора Мудрака. Точная передача, Кристи Жалобы, но там мяч подбирает Максим Кожакару, получает попутные по ногам, но арбитр не фиксирует нарушение правил. Максим продолжает находиться на операции, она проведена через какой-то период. Александр Бижан с мячом, вернемся к теме Максима Гавриленко, смотрим за этим моментом. Александр Бижан видит там хорошо Георгия Коронечева, справа открывается Максим Кожакару. Ох, ну что там дальше Максим Кожакару, такая непонятная будущая. Сармов, вообще говорят, что Георгий Сармов больше играет, по крайней мере, в чемпионате Болгарии. Чаще играл опасный момент. Можно бить по воротам, бьет и здорово играет Дориан Рейлян. Сейчас в сторону четвертого арбитра.
Александра Пащенко. Пащенко на кого? На Георгия Коронечева. Выход 1-1 почти. Но не хватило видео забитое в первом тайме. Встаем!